Ее легендарная тетя Соня известна и любима тысячами зрителей. Народная артистка России Клара Новикова сегодня отмечает 70-летний юбилей. Она родилась в Киеве, на эстраде создала сотни ярких образов, тем самым сломав стереотип о том, что юмористический диалог отнюдь не женский жанр. А у самого главного ее персонажа был реальный прототип. Не менее успешно Клара Новикова выступает и в качестве драматической актрисы. С юбилеем народную артистку России поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко.